Всем здорово, ребят! Ну что, веселая новость. У нас герой наконец-то будет сейчас на обзоре. Я его собрал буквально за 10 минут, 10-15 минут пофармил пропусками, то есть не очень сложно. Там 110 где-то пропусков и 200 карт у меня ушло. Я еще не дособирал до конца. Я вам показывал, как его получить. То есть его можно получить без доната этого героя, без роллинга. Нового второго героя, конечно же, только донатным путем. В общем, поехали, добьем карты и посмотрим на эту срань, которую они добавили, этого медведя в игру. Завтра обновление на русском сервере. И интересно все же будет посмотреть некоторые функции. Ну, реально, новая локация очень интересная, я это уже показывал. Есть шансы словить там топовые осколки, добить кому надо, некроса, скитальца, но я думаю, они со временем будут все менять, скорее всего. Так, еще 5. Еще 5, ребятушки, идем смотреть на эту хрень. По-другому я не могу назвать, потому что, судя по описаниям, то, что они добавляют, это реально полная печаль. Хорошо, что я сейчас в Need for Speed играю, не в битву замков за дрочек, поэтому... Сейчас мы с вами затестируем. Блин, да задрали, когда не надо было этих шапок. Сейчас их кидает полным ходом. Так, ну вроде все, окей. Let's go, поехали. Поехали. Заходим в обмен, обменять 5 и вуаля. Пожалуйста, собрали нового героя, ребят. Вообще за копейки. Вообще бесплатно. Поехали, обменяем осколки. Обменять. Такс. Поехали его откроем. Я вам скажу свое первое мнение героя, как обычно. У вас, как всегда, лайк. Вот так вот. На русском сервере, как он там будет называться? Ведмедь, не ведмедь. Миша, Миша. Медведь, главное не бздеть. Вот так вот мы его... Назовем, думаю. Так, поехали. Убираем. К сожалению, битву гильдии я не успел вам заснять. Я так в попыхах прошел. Так, к святому относится. Сейчас сразу поставим нормально чарку и проверим его. Что он может, я уже показывал. О май гад, Бехролева. Я уже вам показывал, рассказывал, что... Ну, талант такой себе, не знаю. Что-то меня эти герои не зацепили, но он танк неплохой. Довольно-таки неплохой будет, потому что как урона жизни имеет иммунитет к молчанке. И я не помню, страху или к чему. Сейчас посмотрим. Так. И бедствию. Ну, такое. Хотя, в принципе, сейчас на сегодня самое основное это... иметь иммун к молчанке. К стану тоже надо будет, но молчанка это основное. Самов нету у нас, ребята, нету у нас самоцветов. Делаем вот так вот. Так, войти. Давайте качнем ему немножко. Просвете для того, чтобы проверить потом ремочку. Рафтоп-рокер он или нет? Вот новая локация реально порадовала. Я завтра вам уже покажу на сложных уровнях. Я сегодня, к сожалению, завтыкал и начал с легкого, но показал, как легко теперь будет получить некроса без доната. То есть ничего сложного в этом нет. И это реально радует. Я не буду его прокачивать. Потолок, думаю, завтра это сделаю либо на русском, либо
на английском сервере, возможно, на русском. Такс, есть. Есть, ставим сюда питомца какого-то. Что там у меня, ангелочек есть? Есть, отлично. Давайте левел немножко поднимем, чтобы он не дох. Поехали в рейд, посмотрим. Нормас, нормас. Такс. Ну вот так вот. Раз-два и до свидания, ему сказала Фрея. Тут все понятно. Тут у нас все понятно. Поехали в подземке. Тут у нас смотр. Так, что мы видим? Ближнего боя герой. Скорость атаки, ну такое, знаете, я бы не сказал, что очень много. Так, дальше. Надо больше мяса. Ёпер, СТ. Видали? Вы видали, что у нас? А у нас нету пропусков сюда. Это вообще печаль. Как это я не подумал? Захерил полностью все. Но у нас должно быть... Оп! Видите, как бывает. Такс. Поехали на подземке. У нас даже резать его нечем. Это нормальное явление. За это я люблю этот сервер. Такс. Поехали. Смотрим. Ну такое. Так, вот он включился. Что у него по умению пишет? Ограничивает получаемый урон. Герой обладает иммунитетом к молчанию бедствия. Каждые секунд наносит урон в размере от атаки вражеским юнитам и оглушает их. Ну, пока неизвестно, каким это образом он там кому что наносит. Ну, я вижу массовый дамаг. Но, честно говоря, что-то такое себе. Давайте улучшим, наверное, эти показатели. Мы ж не совсем тут обомжели. Такс, есть. И давайте сразу же проверим, автопрокер он или нет. Ну, то есть такое. Особого впечатления у меня от данного героя нет. Я вам сразу говорю, когда это имба, когда это так просто насрать. Такс, поехали. Нахрена я начал с рейда? Его что-то сейчас просто развалят на раз-два. Поехали в подземке. И опять пошел в рейд. Говорю, в подземке пошли. И Шаня. Так, смотрим. Да, бьет он, как видите, автопрокер. То есть атакует он, судя по тому, что вы увидели, я надеюсь, увидели. Ну, стан понятно. Интересно, интересно. Это интересно. Так, давайте еще разок проверим на автопрок его. То есть у него стоит ремка, для тех, кто не знает, что это такое. Это когда герой бьет без атаки целей. Да, вот так вот он автопроком атакует. Поехали теперь разбираться с его скиллом. На десятке, что у нас интересного. Так, 28 тысяч входящие ограничения, 4 героя, 100 плюс 310 целей, кулдаун и секунды. Поехали, посмотрим теперь на это все в рейде. Снимается это или нет? Его скилл в рейде снимается или нет? Вот 28 тысяч, влетает Фрея, и Фрея тоже бьет, ребят, по 28 тысяч. Соответственно, исходя из этого, что можно сказать? Это очень интересный герой будет для PvP локаций некоторых. Если ему захреначить огненку, мы, в принципе, сейчас можем это и сделать с вами. Мучиться. Если долго мучиться, так, ищем огненку. А, в принципе, у меня огненка. Ну, мы так не включимся без таланта. Но автопрокер это радует. Это интересно. Кулдаун, в принципе, более-менее нормальный. Ну, то есть, думаю, в PvP локациях герой будет довольно-таки часто применяться за счет того, что умение его не блочится. Единственный вопрос по кровавой Мэри. Будет ли она пробивать? По идее, она будет пробивать. Интересный будет герой на PvP локации. Молчанка его не берет.
берет единственный стан, то есть, соответственно, можно его тоже сделать и заточить довольно-таки неплохо. Такс. Давай огненку. В общем, огненка от зефиров и остальных. Это будет самый, наверное, топовый вариант, как и для остальных танков на сегодня для него. Так как ограничение, сейчас проверим просто, или работает это ограничение на его скилл. Если да, то это вообще, ребят, будет вышка. Так, есть у меня огненка? Ни хрена нету. Поехали. Так, куда продать? Будем пробовать достать. Так, есть, отлично. Махинацию. Сделали махинацию и поехали в тот же самый рейд. Все просто и элементарно. И что мы имеем, что мы смотрим, что мы наблюдаем? Бьет у нас Фрея, и у нас Фрея просто его унижает. Как не буду говорить кого, но вы поняли. Такс, ну что я могу сказать? Все печально. Все очень печально. Очень-очень-очень. Я попробую даже убрать, я сделаю вот такой вот вариант. Блин, нету у нас самоцветов, просто нету у нас самоцветов. Поехали, ребятушки, с вами. О май гад, мы немножко нафармили самика. О май гад, все, ребята, идем опять в рейды. Идем в рейды, смотрим на этого героя, что он может. Опять против той же Фреи, я надеюсь. Либо зефира. А нам самое главное, чтобы он включился. Включился. И знаете, что может быть самое интересное? Что Фрея может снимать с него баф. 14 тысяч, 28, 14. Ну, я так что-то особо и не понял толком. Но 14 это признак того, что огненка на нем все-таки работает. Так, скилл его работает. Работает. Все, и до свидания ему сразу же сказали. Поехали еще разок. В общем, интересно. Я думаю, это очень интересно для многих. Посмотрим. Это уже реальность действий. 14 тысяч, да. Фрея не снимает все-таки. Там откуда-то 28. Но, скорее всего, это его удар и отражалка. Не знаю. 14. Да, ребятушки, режется входящий по нему урон. Но надо думать, чем его потом заряжать. Но однозначно он будет интересен на прокачках. В общем, такой вот видосик. Прожали по лайку. И ждите обзора первой и второй эволюции. Как обычно, аугментация. Я вам покажу, расскажу, как его сделать. Как прокачать. Всем удачи. Всем пока.